По случаю 50-летия Мангыстауской области и 60-летия города Актау в областном центре проводятся Дни культуры Тупкараганского района. Празднование началось с ярмарки в центре города. Около 20 предпринимателей района приехали и предложили свои товары по доступным ценам. В честь праздника в городе Актау проходят Дни Тупкараганского района. В связи с этим мы привлекаем предпринимателей нашего района, продукцию, производимую крестьянскими хозяйствами. Наш район в основном сельский, занимается животноводством. Кроме того, мы поставляем продукцию земледелия и рыбоводства. Далее праздничное мероприятие продолжилось спортивным соревнованием, где женские команды Тупкараганского района и города Актау провели товарищеский матч по волейболу и определили сильнейшего. В Тупкараганском районе по случаю праздника проводятся специально культурно-духовные дни под названием Булашака Бастайбер Тубектура. От имени всех жителей Тупкараганского района поздравляем всех жителей с 50-летием Мангыстауской области и 60-летием города Актау. После того, как нам сообщили об этом мероприятии, мы начали активную подготовку. Все жители района поддержали и помогали в организации. В рамках праздника тупкараганцы почтили память известных людей города. Кроме того, ветеранов областного дома престарелых и воспитанников детского дома поздравили с днем города и вручили им сладкие корзины.